Более половины многоквартирных домов Армавира проверили на предмет их антитеррористической защищенности. Промежуточные результаты проверки обсудили в администрации на планерке, которую провел глава города Андрей Харченко. В целом обстановка удовлетворительная, но все-таки комиссия выявила некоторые нарушения действующего законодательства. В частности, это открытые подвальные и чердачные помещения, отсутствие кодовых замков или домофонов на входных группах многоквартирных домов и ряд других. Некоторые недостатки были устранены в ходе проверки. По остальным нарушениям комиссия направит соответствующие рекомендации в адрес руководства управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. Выполнить их необходимо до 31 марта. Руководители управляющих слышат. Я думаю, что сегодня придут уведомления там, где выявлены проблемы. Если до первого не устраняется, значит, после первого составляйте протокол. Напомним, провести масштабную проверку антитеррористической защищенности жилья и соцобъектов в Армавире в кратчайшие сроки глава города Андрей Харченко поручил ответственным службам на планерке 14 марта. Марина Белова, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.